Итак, пришел я на легендарную лицеевскую 14-го лицея площадку. Так вот, ее вот сделали. В этом году она уже была вот такая вот новенькая. Камней не должно быть на баскетбольной площадочке. Пришел мячик, этот мячик старше меня. Короче, смотрите, что нового. Скамейки. Вместо деревяшек поставили, наверное, оргстекло. Я не уверен. Наверное, оргстекло, неважно. Так вот. Новые кольца. Ну, знаете, такие фиговые кольца без упоров и усилений. И круглого сечения. Ветер дует. Их, типа, если два более-менее здоровых человека подойдут, они его согнут с легкостью. А такие у нас тут, знаете, часто проходят вот так вот. Вот так вот. Видите тропинку. Так. Все нанесли. Трехочковые, очковые, блин. Ладно, ладно. Вот про шутки. Очковые шутки, это уже не актуально. Ну, короче, смотрите. Вот эти вот лавочки. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что на месте. Никакие цыганские табора здесь не проходили еще. Потому что ну, пацаны, которых я знаю, то есть наших пацанов, в смысле, там, ну, более, как сказать, более-менее незнакомые, вот, да, там, они не станут вот так вот наглую тырить металл. То есть они именно едут за город, где это все уже закопано, заброшено. Так, одной рукой неудобно распрыгивать мячик, причем левый. Ну, нормально. Немножечко уже крошится вот тут вот асфальт. Это вот прям нехорошо, потому что его будет размывать. Сколько проживет эта площадка, ну, я не буду так. Потому что та, которая была, она еще, по-моему, 80... Я не помню какого, по-моему, 84-го года она была. 84-го года. На ней еще мой отец и старая вот эта гвардия, скажем так, которая здесь старая школа. Одна из лучших была здесь, выступали... Такие, как вот эти, ну, фамилии Кот, там еще, ну, вот, да, то есть, ну, такие в нашей, там, в лигах, там, вот это все, там, ну, действительно охренительные игроки здесь играли. Потому что, во-первых, она была здесь хорошая, то есть, в других некоторых дворах или в некоторых там школах, не школах, были вообще, знаете, какие? Короче, была трубка с сечением примерно... Ну, типа, миллиметров 20, может быть, 30, вот. А здесь промышленный швеллер сваренный, то есть квадратной трубы, как я понял, не было, и сварили промшвеллер. Я так навскидку скажу, это 15 на 10, нет, на 5, 15 на 5. Получилось 15 на... Подожди, что-то... Ну да, 15 на 10, да. 15 на 10. Угол здесь 45. 45, да. Дальше. Ну, кольцо, думаю, все правильно. 3,04 там должно быть. Ну, 3 метра 4 сантиметра. Нормас. Дальше, что тут у нас? Вообще, по каким размерам, я думаю, стандартным сделали. То есть не уменьшали, по-моему. Было оно раздолбано. То есть с 84 года его ни разу не обслуживали. Может быть, там один раз нанесли еще разметочку. Ну, сейчас будем играть. Но заболтался там, походу. Да, мой батя уже идет. Так вот, колечко, кольцо.